Всем привет! Это канал Мысли Вслух, и я ее ведущий Петруха. Опять колхозим. Так что горячая заразюка. Вот. Сейчас расскажу, что я делаю. Химичил. Химичил я вот такую вот фигню. Вот. Для чего? Сейчас она остынет. Вот. Я вам покажу и расскажу. Так, ладненько, пошли. Так, что же я доделывал сегодня? Сегодня вот эту штучку, вот. Короче, винт, то есть когда наводится на полярку, то нужно немножечко винт ослабить и этими винтами вращать. А у меня крепеж тут был просто под болт, то есть мне надо ключом было лезть, открывать, и сейчас я приварил крутилку, все, я вот сейчас затянул и все, но жалею, надо было длиннее сделать, вот тут неудобно все равно туда лезть, ну ладно, я потом переделаю, чуть сюда надо, вот так будет хорошо, длинный. Ну вот такие у меня сегодня ковырялки, вот, готовлюсь к посмотрелкам. Вот. Ладно. Ребят, ну вот, я решился выбраться на дачу. Вот, посмотреть. Сегодня погода, посмотреть и поснимать, может быть, Юпитер, там, Марс. Вот. В основном, конечно, Марс, потому что 8-го будет противостояние. И покрытие Луной Марса, но погоды у меня, наверное, 8-го не будет. Сейчас готовлю телескопы, а будет ли съемка, не будет, не знаю. Погода морозная, ветер, глаза слезятся, ни хрена ничего не вижу. Но сейчас готовлю телескопы, вот, тут сварочными работами, тут подготавливаю все, короче, ну, на даче у меня сейчас, сколько там, плюс 3. Вот, ну камины включил, потому что ночевать буду здесь. Вот. Так что вот так. Попытаюсь снять Марс на противостоянии, потому что, да, в 2020 году он подходил, вообще было шикарно. Ну, не великое противостояние 18-го, а вот в 20-м он был 2,6, по-моему. Вот, а в этом году он 1,8. Кто пишет 1,9, так я и не понял. Ну, неважно. Суть не в этом. Суть в том, что теперь 1,8 он будет только в 31-м году. Вы представляете? А великое противостояние будет в 35-м. А потом вообще будет вот так усенький, его вообще ничего не глянешь. Вот. Так что до 31-го года я
вряд ли доковыляю. Вот, а до 35-го тем более. Поэтому, думаю, надо поглядеть. Вот. Так что как-то так. Ладно, готовим дальше. Буду надеяться, что что-то у меня получится, потому что мороз, ветер, день чудесный, солнце, о, сияет. Вот. Собрал харчи, собрал это и пошел. Турист, астроном. Ладно, ребят, дальше сейчас вам что-нибудь покажу, пока буду ковыряться. В процессе буду рассказывать. Вот так. Ох, ребят, небо голубое. Прямо сияет, жду. Жду первых звездочек. Но вот астроном, любитель. Просто солнышко сияет. Но ветер, очень сильный ветер. Утром было... Сейчас сколько? Ну вот так где-то. О, минус. Вот. Ну ничего, сейчас поснимаем. Вот, а потом... Потом пойдем вот в эту заветную дверь. Да. Потом пойдем в эту заветную дверь. Сейчас. Что за заветная дверь? А это, ребята, у меня... А это, ребята, у меня погребок. Да. И подойдем. Самое главное. Вот к этой бутыли. Тут у меня еще винчишка. Спеет. Это за удачу. Так что... Это за удачу. Привет. Как-то так. А как же, господа астрономы, без этого звезд не увидеть. Ладно.